Итак, здравствуйте всем. Сегодня поиграем в Cave Horror Project Modpack. Я в него добавил еще кое-что, что было бы сложнее играть, ну и, конечно, полегче тоже. Мы просто поиграем. Потому что выживать все боятся, ну это такое себе. Короче, я все уже подготовил, карту подготовил, это самое все. А в общем-то, предупреждаю сразу же. Контент 16+, нецензурная лексика может быть, беременных, слабонервных. Кто там? Кто еще? Кто? У кого эпилепсия тоже, пожалуйста, не смотрите это. Вот выключайте. Потому что тут будет скримота и так далее. В общем-то будет. Да, и хера, блин, тоже будет. И не только он. Так. Короче, я предлагаю сразу же. Подключение к миру, давай. Подключайся ж. Здравствуйте. Окей. Здравствуйте. Мне уже накидали в инвентарь кассету. Майнинг фуга. Зачем? Так. У нас тут все уже подготовлено, кстати. Это моя старая карта. Потому что на этой карте у меня все есть. Ну, как бы. Потому что все остальные карты, которые я... в общем-то, они с версии уже 1.21, как бы. То есть у меня не осталось. Это самое, как его называется-то. Короче, давайте не будем... Показалось. Ага, красивая. Безопасно. Давайте сиськи не будем мять. Пикакс с эффективностью. Чё? Эффективность 3. Зачем мне пикакс? Подожди, зачем мне пикакс с эффективностью? Так, меч. Это лук. А тотем. Вот это обязательно. Так, все, я взял. Все, основное я взял. Так, спокойно. Тебе мне нужна бумага, тоже нужна будет. Так, я предлагаю, знаешь, чем заняться сразу же? Я уже напрягся, кстати. О, кстати, зачем мне это? Так, это берем. Пора. Так, делаем полублоки еще. Полублоки. Еще полублоки. Чего? А, вот. Замечательно. Теперь мне нужны книги. Книги. Подожди, где книги? Панч, лутинг. Нет. А вот книга есть. Эмеральды обязательно берем. Так. А тут есть безработный где-то житель? Подожди, есть безработный? У меня уже безработный дядя.
О, есть безработный дядя. Так, спокойно, тихо. Так, спокойно, оп. Сразу же. Оп. Кнокбэк. Блин, я забыл поставить этот. Чтоб можно было их это... Сейчас я буду полгода ломать. Полгода ломать и ставить это. Так. Шипы 2. Нет, пацаны. Не пойдет так. Я уже испугался, так сказать. Показал отрицательную, этот самый, как его называется-то? Храбрость показал я сейчас. Надо записать, кстати, к себе. Сейчас я запишу еще. Так, добавить. Сейчас. Записал. У меня есть списочек, которые это самое, я не буду показывать, ладно. Который я именно добавил в этот модпак. Ёб твою. Так, погнали. Вкусно. Эти, как его, желе ассорти. Вкусные. Подожди, а где он? Ты. Нет. Хорошо, но нет. И сейчас. Лолерти, нет. Мендинг, хорошо, нет. Respiration Breaking, нет. Knockback. Fortune, нет. Слушай, это хорошие вещи, но сейчас, блин, может быть, купить? Блин, ладно, не буду, давай скипнем. Потому что сейчас надо другой искать. Нет. Вот он. Чего? За один? Как? Вот. Теперь мы намного безопаснее, кстати, нам. У нас есть тотем. Потому что уже начинается. Блин, уже начинается, хрень. Я так и знал, что уже начинается. Морозота. Морозота прилетела. Ты чё, дурак? Пошёл в баню, а?
Подожди, а у меня тут есть? Чего? Чего? Так один? Чего? А, это как делается? А, это как... А, это из чего добывается? Непонятно. Пацаны, вы сегодня последний день живете здесь. Потому что здесь... Опа, кстати, у меня тут шкала этого самого страха. Мне интересно, а что будет, если я наполню ее? А как ее сбавить? Ебануться. Фух ты ж. Это голем. Спокойно. Я уже начинаю паниковать. Кстати, кстати, насчет паниковать, ребята. Самое главное правило это... Знаете, еще какое правило самое главное здесь? Построить... Вначале факела построить себе. Вот. Самое главное это с собой факела взять. И строительные блоки с собой таскать надо обязательно. Любые строительные блоки. Ну, то есть, ну, кроме песка, конечно. Они, конечно, строительные, но не настолько-то... А, кстати, кровать. Где кровать была только что? Вот она, кровать. Спасибо. У меня лопата есть? Есть лопата. О, начинается уже. Особенно ночью будет пиздец, ребята, ночью будет. Сейчас вообще... А, уже ночь наступает. Вот-вот. Сейчас, ребята, пиздец будет. Я вас предупредил, ребята. Будет пиздец. Короче. Особенно ночью. Ёб твою. Ага. Блин. Пожалуйста, я лучше закроюсь. Блин, надо было поставить этот Light Overlay, чтобы видеть уровень этих самых. Ну они точно сюда не попадут. Вы спросите, что я делаю? Я вам отвечу, я просто закапываюсь. Вниз. Вот. Потому что... Ух, спокойно. Так. Потому что сейчас ночью может быть всякая морозота вылезти. Ну, кроме меня. О, видишь? Уже какая-то морозота бегает. Ебануться. Еба! Еба! Морозота. Еба! Тварь. Так. Ладно, вот с этими тварями можно убить их спокойно. А есть твари, которые
Я не знаю, как их убивать-то. Пойдем, у меня что? А, страх, три полосочки уже? И какая музыка страшная. Опа, Херабрин стоит. Смотри, сейчас напугает нас. Давай. Не? А я посплю здесь. Спокойной ночи. Подожди, а это что такое за фиг... А, это отражение. Вот там вот. Кстати, я не просто так... Ух ты ж. Мразота летающая. Так. Так, спокойно. Боже, у нас есть в кармане... Да, у нас есть лестница. Ага. Все в порядке, идемте. Спокойно. Это пока что, ребята. А, все спокойно и никто нас не трогает. Это пока что. Потом будет веселее, ребята. Блин. Нет, не песок будет веселее. Сейчас. Ёб твою. Ага. Короче, потом будет веселее намного. Это пока что они... Это... Не появляются. Ну, кроме Храбрина. Он всегда тусуется. Храбрайн этот. Так, там житель тусуется, окей. А, все в порядке, ребята, все идет по плану. Песочек. Ага. О, какой звук драйвовый. Минутка, я хочу кое-что еще добавить. Так. Показываем отрицательную храбрость еще раз, ребята. Значит, сейчас. Сейчас. Так. Чего? Интересно. Просто очень интересно.
Погнали. Спокойно. Я сразу же напитки подальше поставил. Блин. Опять в кейбиндинг залезать и надо опять менять все это. Как меня это бесит. Меня просто бесит, ребята. Когда вот это вот кейбиндинг. Все, я за этот сам, как его называется, это залез. Я это. Уф. Морозота, кролик. А, кстати, ребята, пожалуйста. Я знаю, что они очень сильно любят ломать, кстати, эти самые. Они очень сильно любят ломать, как его называется-то, некоторые любят ломать блоки. Мы им это самое не дадим сломать блоки. Надеюсь, я проблему не создаю. Так, спокойно. Ага. Так, подожди, надеюсь, тут не... Так, тут никого нету, ни одной морозоты нету. Это отлично. Так, ни одной морозоты нету. Так, Так. А, кстати, мы можем и на этом уровне строиться. Зачем нам ниже строиться-то? Вопрос, почему такая тишина здесь?
Ебануться, как темно. Вот. Отлично. Будем на этом уровне строиться. Подожди, мы сейчас на каком уровне? 46, да? Ой, не 46, подожди. А на каком? 53 сейчас у нас. 53 высота. Так. А, предлагаю выкопать маленький этот. Как его называется это? Не туннель. А комнатку маленькую выкопать. Чего? Боже, что уже ночь наступила? Погоди. Алло. Нет. Сейчас не ночь. В чем прикол? Ага. Ладно. Этот туман напрягает очень сильно. Как мне его выключить-то нафиг? Этот фок. Подожди, опцион у меня. Качество. А где это было? Так. Performance. Качество. Cloud. Particles. Блин, тут темно, вообще ни хрена не видно. Во. Так, мы закрылись в этом самом. Так. На улице ночь ведь, правильно, сейчас? Чего? Ладно. Иди на улице. Окей.
Пока на улице день, надо срочно этот самый, как его называется-то. Ага, уже начинают нас пугать. А... Так. Ща. А, мы найдем то, что мы искали, кстати. То, что ищем. А... Так, значит, монетки, золото. Золото. Так, мне нужно... Подожди, мне нужно что? Светокамень. Редстоун. Извините, пожалуйста, а даймонды есть тут у нас? Ага, редстоун, спасибо. Окей, редстоун. Даже много редстоуна, спасибо. Ебануться, как темно стало. Ебануться. Голем, помоги. О, кстати, медь. Главное, чтобы там пиздюли не дали. А почему так тихо? Я не понял. Ебать! Блять! Ооо, пиздец мне! Не-не-не-не-не-не, пац. В пизду. Идите в пизду. Фу ты. Ебать. У меня уже 4 полоски страха наполнилось. Ебать. Фу ты. Твари. Фу-ху. Ебать. Фу-ху. Фу. Спокойно, Родион. Бля. Ага. Конечно. Фух. Я понял, лучше ночью не вылезать. Ебать. О, он скелета превращается, зомби в скелет. Ебануться. Фу, морозота вы... Бля... Я не знаю, что дальше будет, ребята. Так, подожди, ступеньки я положу сюда. Так, ступеньки. Так, что мне нужно было? Это... обсидиан. Подожди, мне нужно будет обси... Ведро нужно. Раз, два, три. Блин, ведро обязательно надо построить. Так, спокойно. О! Храбринчик стоит! Дра... Я понял. Спасибо. Клоус. Подожди, надо создать этот самый, правильно? Давай я создам здесь около портала. Если что, ребята,
Очень опасных ситуациях я буду. Если в очень опасных ситуациях я проявлю отрицательную храбрость, если что, ребята. В портал буду бегать. Забегу в портал, если что. Покажу храбрость отрицательную. Где? Ага. А почему здесь? Так, если что, мы домой попадем через телепортацию. А что с этой самой? Или она такая и была? Непонятная вот эта вот. Свинозомби. Кусочек золота. Блин. Ага. Пошли, надеюсь, тут в Незере никто меня это не будет ожидать. Надеюсь. Я... Ну ладно, ну кроме свиноты. Фу, ты напугала она меня немножко. Так, спокойно. Блин. Так, ладно, пошли домой. А днем вроде бы все в порядке, кстати. А днем не страшно. Так. Так. У меня полный инвентарь. Это плохо, кстати. Когда полный инвентарь. Так, строительные блоки, кстати, оставляем. Обязательно. Палки это... Так, так, светопыль. Подожди. Можно выключить. Спасибо. Так, золотишко. Так, плохо. Так, 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 так. Золотишко. Так, не пугай. Так. Мне нужна светопыль. Говори, что у меня светопыли нету. Подожди. Вы серьезно, у меня что, светопыли нету? Алло. Как такое может быть, что у меня светопыли нету? Света, а где пыль? Я не понял. Вот один кусочек светопыли есть. Редстоун. Потом он мне уже не нужен пока что. Пошли. Серьезно, светопыли нету? Не, ну я могу и быть слепым, конечно, не видеть. Тут где-то светопыль должна быть. О, алмазы. Отлично. А, золотишко. Угу. Так, я предполагаю, что я был... Конечно, я был. В Энди я уже был. Понятно. В Энди и в Deep Dark я уже был. Золото. А золото это самое... Подожди, а где? Где?
Есть светопыль. Я просто тупо светопыль не вижу. Мразотина. Ебануться. Так. Чего? Ага. Подожди, а он... А, просто ботл. Без всего, я понял. Я понял. Угу. Слендербук. Если ты соберешь 8 этих самых, он исчезнет навсегда. Серьезно? Ну неинтересно, если он навсегда исчезнет. Ну это такое себе. Скучно. Чего? Зачарованием? Ебануться, ночь наступила. Silk Touch. Сюда ложим. Ебать.
Давайте, до свидания. Бля, Дина. Подожди. А как оно красится? Из чего? А, вот оно. Отсюда начинается, допустим. Опа. Кто-то пришел. Это вот, да, надо скрафтить. Угу. Алмаз, это... Лазерный блок. Стеклянные панели. Подожди, я могу буковку... А, добавить в этот самый, не? Подожди, а сюда, надеюсь, никто не зайдет. Давайте вот так вот сделаем. Ведь они не смогут сюда через блок, вот этот вот, через ступеньку ведь пролезть. Так, бакет с водой есть у меня. Факел есть, строительный блок есть у меня. На всякий случай. Я лук возьму с собой. Обсидиан. Чего? Хейст? А почему мне хейст? Блин, наверху какой-то лютый трэш творится. Я даже не хочу знать, что там творится. Давайте поспим лучше. Чего? А почему такой звук странный? Говорю, что сейчас пиздец будет. Боже, мне уже раз, два, три, четыре, пять полосочка заполнено, пять кусочков. Где страх? Все? О, ура, музыка закончилась наконец-то.
Так. Так, бутылка воды, это... Ага, это без зачарований. Окей. Так. Ага, тут мендинг есть. Мендинг, ладно, сюда положим. Золото, стринги. А, окей. Так. Положим. Так. Так. Ага. Золотая морковка. Так. Feather Falling 4. Ладно. Так. Так, обсидиан. Это что? Diamond Chest Plate. Diamond Chest Plate, окей. Crossbow. Руда. Так. Руда сюда. Пустой шалканный ящичек. Забираем его. Ложим сюда. Wither Skull. Окей. Так. Угу. Так. Так. Блейзероды. Опа, визероза есть одна штучка, неплохо. Незер Стар. Плохо. Ебануться, тут серьезно, ночью какой-то был трэш. Тут вообще какой-то трэш творится ночью. Ебануться, опять он стоит здесь. За спиной он стоял, типа. Окей. А, подожди, а он работает, это самое, слэш... Подожди. Минуточку, я хочу кое-что проверить. Сейчас, Discord. Я хочу кое-что проверить. Функционал этот самый, как его. Подожди, где это было? Чего? Почему он перезапустился, Discord? А вот, нашел. Копировать. Подожди. Я не могу конфигурацию поменять. Ладно. Давайте. На время включим. Конфигурацию поменять. Вот. Только подожди. Сейчас. Options. Languages. Languages. Давайте на русский поставим, кстати. Давайте на русский поставим. Конфигурацию поменяем. Давайте конфигурацию, этот самый, как он называется, From the Fog поменяем. Конфигурацию этого. Вот. Шанс появления нечасто. Слежка. Так, следующая страница. Пожигания дома нет. Исчезающие факела. Зачем факела исчезать? Не надо. Звук обнаружения. Глаза в темноте, окей. Скрытый язык.
Скример, вылет, не надо нам. Бессонница. Вот и достижение. Окей. Все. Отрегулируй мод. Чтобы было интереснее. И что? Алло. Ну давай же, запускайся ж. Так. Алло. Что с тобой не так? Игра. Почему она зависла-то? Ладно. Посидим, подождем. Подождем, посидим. Так. Запустить. Ну, допустим-то. А...
Опять ты. О! Чего? Это казалось не корова. Серьезно? Ну да, это не Надя. Не подруга Эдгара. Так это простой житель. Он нам ничего не сделает, правильно? Да, он ничего не сделает. Он просто будет хыкать. Мол, что ты хочешь? Что хочешь? Он говорит нам. Отстань! Он нам. Кстати, подожди, у нас стекло есть? Прямо стекло. Блин, у нас стекла нету. Он будет тупо место занимать. Какие страшные звуки. У нас весь так тихо. Сейчас. Сейчас. Где? Я, как говорится, не дурак, ребята. Во! Другое дело защита 4... защита от снарядов. Чего? Опа-да! Опа-да! Ебать. Ага! Да-да-да-да-да! Иди в жопу! Ебать. Музазвон. А где он?
Фу. Не-не-не, ни в коем случае, ребята. Хе-хе. Не-не-не, ребята. Спасибочки. Надеюсь, он ушел. Хотя это кто? Где? Это... Ау! Ебать! Вот настоящий, вот это, да? Я настоящий вижу. Он подсвечивается. Ебануться. А что ты делаешь? Извините, пожалуйста, вы... Бля! Минус тотем. Ебануться. Мразота. Ага. Чего? Ладно. Так, хорошо, что ночью хотя бы мне кто-то не спиздил мне вот этот вот штуковину. Спасибо ему. Так. Так, ладно. Продолжаем, короче, складывать свои вещи в сундук. Надеюсь, сейчас днем ведь никто не будет нападать на нас. Надеюсь. Скорость души 2. Нет, это хорошая вещь, кстати. Так, рыло, ладно. Так, спокойно. Так, золото. Так. Кожа души 3. И... Бля. Так. Так. Так, все в порядке. Так. Пусто. Это жители тусуются здесь. Ладно. А у нас что, стекла нету? Семена арбуза.
руда. Так, кости, сундуки. Так. Топор, кожа. Флаги. Тотемы. Мясо. Стейки, арбалеты, палки. Блин. Я понимаю, что у вас тут... весело. Пожалуйста, сколько? Сейчас весь день. Бля, а у тебя не смешно? Алло. Ладно. Подожди, я поспать тоже не могу, ведь, правильно? Блин, хера, блин, опять тусуется. Ведь я поспать не смогу. Ага, только ночью. Ну нахуй! Ебать! Сука! Всё.
А, у меня выключен микрофон был. Ебануться, я испугался, я микрофон выключил. Офигеть. Подожди, ведь этот борозота не до... Это ведь борозота не должна блоки ломать.
И, кстати, я все время путаюсь, когда день, когда ночь. Так. Ну давай, загружайся ж. О, загрузился, да? Ага. Все? А, он блоки не ломал. Чего? Он сквозь блоки прошел? Я не понял, он сквозь блоки? Ебануться, у меня полоска страха полностью заполнена. Я теперь очень сильно боюсь. Ебануться, тут голем с чем-то сражался, с кем-то. Короче, я... Паша, ведь солнце... Сейчас день. Подожди, а почему написано 0054? С какого 0054 мне? По идее, он должен был меня убить. Идее. Кто? Ага. Так, но он не смог. Так, розовый шалкан ящичек. Ага. Так. Ага. Руда, книга, скалка, это, суп. Кстати, ребята. Подожди.
Я только что выучил. Пошли. М? М? Прикол, ребята. Проборство один. Ладно. Так. Белый шелковый ящик. Пустой. Минутку, мне нужен булыжник. Мне нужен булыжник, и я из булыжника буду... Погоди, булыжник. Ага. Я понял. Блин. Во, булыга. Отлично, я булыгу нашел. Сейчас песочек накопаем. Во. Мне нужно стекло. Так. Чего? Удача один, зачем? Так. Так, мне нужны печки. Да, печки нужны, во-первых. Булыгу положить сюда. Значит, две... подожди, три печки. Да, три печки. Значит, одну печку ставим сюда. Здесь мы с вами жарим... Подожди. Так, жарим здесь что? Песок жарим. Я что, весь песок положил? Молодец я. Так. А нет, не положил, окей. Значит, кусочек песочка. Так, делаем... Песок. У меня есть камень. Да, мне уже три куска камня. Делаем смут камень. Берем стекло. Окей, берем стекло. И... Подожди, что там надо было? Я забыл, ребята, что там надо было? Железо, стекло или стеклянные панели? Наверное, стеклянные панели надо было. Сейчас. А, куст, да. Пожалуйста, как я могу... На, а, могу нажать, типа, сохранить в этом... Почему? Окей. Кусок редстоуна еще нужно. Не говори, что у меня редстоуна нету. А, есть редстоун, спасибо. Слава яйцам. Редстоун у меня есть, так, значит. Подожди. 16 хватит. Чё? Белая гаражная дверь? Зачем? Зачем белая гаражная дверь мне нужна? Скрафтить, торговец. Вот. Так, спасибо. Ага. Берем стак торговцев. Даже... Зачем мне стак? 16. Ладно, 16 пойдет.
Сейчас. Так. Повер 5. Пошли. Пацаны. Извините, но я вас... Так сказать... Забираю вас. Так. Ты кто? Бесконечность продает он. Блин. Подожди. Мне нужно... Полублоки мне нужны. Полублоки. Вот. А, их нельзя выучить. Блин. Ладно. Так. 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 Вот. Ага. Во. Вот, теперь они в безопасности. Эти жители. Мне интересно. О! Еба. Хера, блин. Мразота. Так. Блин, строительные... А, строительные блоки. Все. Почему так тихо тут? Во! Оп. Ведь они не смогут пролезть. Блин, тут какой-то реальный пипец творится на улице. Да хорошо, что у меня вот это вот стоит. Штуковина. Протекшн, так сказать. Они ждут, пока я вылезу. Ку-ку. Вон кто-то там с красными глазами стоит. Вон там вот. Ебать! Я даже знаю, кто это. Я даже знаю, кто это шел. Только что шел. Там это был какой-то водяной этот самый. Чувак. А ты кто? Ты не библиотекарь. Пожди, где бесконечность продается? Ты, да? Бесконечность. Забираю тебя. Ага.
Так, у меня... О, у меня есть глина! Ебануться, у меня глина есть. Так. А ну-ка. Сейчас. Так. Ага. Так. Пережариваем. Это я мог терракоту там взять, но ладно. Печка железа. Смотри. Печка железа. Я могу такую сделать, скрафтить. Печку теперь. Вот. Так, я печку такую скрафтил. Вот. Подожди, у меня доски есть. А не доски, а бревна. Бревна, бревна. Доски темного дуба. Зачем мне темный дуб? Это доски, не доски. Этот самый, как его, бревна именно. Так, так, выучить. Так. Терракота. Ага. Терракота, терракота, так. А, у меня уже была терракота выучена, блин. Сундук. Воронка. Так. Так, а как горшок делается? Так. Так. Зелеварка. Бросить эффективность починка. Зачем? Так. Элайтеры. Допустим, там. Голова дракона. Шалкерный ящик. Ломаем. Так. Ложим. Так. Ага. Мне нужно какой-нибудь... Так, вот это. Допустим-то. Ща. Угу. Так, все в порядке. Подожди, где-то еще были жители, именно библиотекари. Тут у нас... Мы ночевали здесь. Так, тут библиотекари еще есть, да? Ага. Тут библиотекари. Вот именно библиотекари я не хочу терять. Поскольку они... Бля, кто?
как. Вот. Так. У вас тут... У-у-у! Нифига себе, у вас тут даже люки стоят. Железные. Нифига себе, вот это вот защита у них тут. Я понимаю. Безопасность у них тут. Так. Все, а, пацаны в безопасности, теперь все библиотекари у меня. Так, ой. Так, все библиотекари в безопасности. Тьфу ты. Ага. Так, тут кто-то дверь снес. Кстати, кстати, коров. Счет коров, ребята. Минутку. Так. А, хлеб. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Что я хотел еще? Так, кроме хлеба. Минутку. Так, дверь. Песок. Ух ты, песка дофига. Весь песок закидываем. Так, еловый люк. Так, сюда же. Сахар. Ебануться, как безопасно тут построено. Здравствуйте. Ага. Вот там храбрин стоял. Опа, железо. Забираем, спасибо. Фема железо работает вроде. Так. Ага. Блин. Так, железо закидываем. Ой. Все железо. Так. Глиняный горшочек делается из глины, правильно? Кусочки глины где у нас? Боже, а где... Так. Ага. Сейчас опять пипец, да, будет?
Ух. По идее, в безопасности. Типа. До свидания. Спасибо. Так. Так, у него ведь никто не будет нападать на нас, ведь правильно? А, кирпичики можно выучить. Ага. Ну, допустим, делаем, знаете что? Делаем горшочек. Чего? Ведро редстоуновой кислоты? Зачем? Ладно. Так. Так. Окей. Подожди, мне надо кое-что сделать. Так, Надя. Вот. Подоили подругу Эдгара. Так. Так, на всякий случай я с собой буду тоже ведро воды таскать. Потому что я знаю. Ой, ведро воды. Ну да, ведро воды и ведро молока. Чтобы эффекты снять. Сейчас. Как он строится, я забыл. Вот так вот. Да. Ботанический горшочек крафтится. Во. Ботанический горшочек с воронкой сразу же. Превосходно. Так, костная мука. Превосходно. Так. Подожди, мне нужно кое-что сделать. Так. Так, мы с вами тут это ерундой занимаемся. Так. Так. А нам нужно этот самый, подожди. Строительные блоки. Подожди. А, тут стекло было уже. Так, стекло. Так. Так. Факела. Так, книга. Треска это. Эндер Перл. Стрелы. Так. Ага. Буковка У. Так, элитный. Элитный делается вот такого, да? Или два железа блока и эндерпёрл. Окей, сейчас. Два железных блока. Жемчуг. Значит, один жемчуг. И все, да? Чего?
Так. Ага, элитный. Элитный горшочек. Ультра элитный горшочек. Два алмаза. А как можно полегче сделать-то? Вот, вот так вот полегче. Два алмаза. Два алмаза плюс звезда Незера. Звезда Незера. И два алмаза, блин. Это, конечно, жестко. Что ты не... Это самое, что не сделаешь ради... Как его называется-то? Ради... Так. Семь алмазных блоков. Значит, мне нужно два. Вот. Так. Так. Два алмазных. Ультра потс. Ага. Ультра горшок. Ага. Сейчас. Ультра горшок. Минутку. Следующий какой. Дальше идет креативный. Зачарованное золотое яблоко надо. Блин. А вот это проблема-то. Подожди, или не проблема? Подожди, у меня есть зачарованное яблоко вообще? Конечно. Ага, я... у меня есть золотое яблоко просто. Ага, золотое яблоко. Блин. Ага. Золотое яблоко. Лайк. Ты чё, храбрин? Вообще? Подожди, а что? Из чего она делалась? Подожди. Подожди, там был какой-то крафт. Ебануться, незеритовые блоки нужны. Два незеритовых блока. Вот это крафт сложный. Ебануться, незеритовые блоки нужны. Два незеритовых блока. Еба. Это вообще жестко. Нужно два незеритовых блока. Это сколько-то получается-то вместе? Подожди, один сколько стоит? 4,51, да? Да, 4,51. То есть можно сказать 4,52. Ага. Еп! Вот от кого он убегал. От храбрина он убегает, кстати. Еба. Ебануться. Я сейчас самый крутой дядя. Мне нужен сундук. Так, будем выращивать. Знаешь, что будем выращивать? Вот это будем выращивать. Потому что курс, как его называется-то, эмеральдов, так, мне нужно еще один эмеральд. Почему?
А он потому что без воронки, что ли? Подожди, ведь я с воронкой крафтил. Странно. Я ведь с воронкой крафтил. Алло. Допустим, то ладно. И что? То есть он не показывается, что он растет, типа. Он не показывается, но он растет. Я понял. Ебать! Ага. Я понял. До свидания. Так, спасибо. До свидания. Ага. Красава. Мы сейчас разбогатеем. Сейчас мы разбогатеем, ребята. Нам будет вообще пофиг на этих слендерманов и на этих самых. Только надо разбогатеть хорошенько. Нам нужно очень хорошо разбогатеть. Прямо мега сильно разбогатеть надо. Потому что оно стоит очень дорого так. То, что я хочу построить, это очень дорогое, так сказать, удовольствие. Так. Седло. Пожалуйста, зачем столько мне много элайтер? Не, ну это хорошо, кстати, что элайтер много у меня. Но... Так, 30 миллионов. Неплохо, подожди, а сколько стоит? Раз. Да! Морозот отстанет меня. Да не тебе. Это сапоги. Сколько стоит одна? Сколько она стоит, штуковина? 6,43 миллиона стоит, ага. Ну, допустим-то. Броня сколько стоит? Подожди, а сколько броня стоит?
Самая простая броня. Допустим, черной материи сколько стоит? Ага, бля, черная материя как делается? Эфирное топливо, бля, что там надо? Подожди, уголь плюс философский камень? Уголь плюс философский камень, да? Говоришь мне. Уголь плюс философский камень. Ща. Так, уголь. Философский камень. Так, уголь плюс философский камень. Так. Ага. Так. Сейчас нам вообще будет не страшно. Подожди. Не страшно, а? Эта штуковина очень дорогая будет. Так. Топливо. Так. Так. Бля, а там еще есть? Следующий уровень вот этого. Или это последний типа топлива? Ага. Ага. А, это последний уровень. Дальше уже блоки идут. Я понял. Дальше блоки идут. Ну, допустим-то. Ну, блоки это дорого, конечно. Пошли, даймонд, 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 даймонд. Пошли, там надо было что? Алмазный. Там блок нужен был алмазный. Кнопку. Алмаз. Ебануться. О, стоит! Здравствуйте! Да-да, здравствуйте. Вам вилкой в глаз. Здравствуйте. Стоит он там. Развлекается. Сейчас. Я буду сейчас этот самый, самый крутой дядя я буду сейчас. Сейчас, ребята, минутку. Так, черная материя. Так. Значит, черная материя. Так, это нафиг мне нужно. Так, теперь черную материю делаем. А, вот. Так, черная материя. Делаем из черной материи себе. Окей. И делаем блок черной материи. Во, блок черной материи. Неплохо. Так. Значит, черная материя. Так. Это хорошо, да и не очень-то черная материя. Этот плюс 3. А что у нас? 8. Подожди, 8, 1, 3. Подожди, а что тут у нас? 8, 1, 2. Ну такое себе. Такая себе фигня, ребята. Так. Так, нам нужна красная материя. А лучше... красная материя, подожди. Как красная материя делается? Из чего красная материя делается? Красная материя, подожди. Мне нужна... Подожди, это что у нас? Красная материя? Блок алхимического... А, нет, это не то. Подожди, мне нужна red материя. Так, минутку, красная материя. Это что у нас? Да. Еще она делается. Черная материя плюс эфирное топливо. Эфирное топливо. Красная материя, эфирное топливо. Эфирное топливо. И черная материя надо. Ну, допустим-то. А будет red материя. Окей, у нас ред материя есть. Окей. Значит, делаем блок.
Ой, да иди ты в баню, пожалуйста, отстань от меня. В красном очере делаем. Блок в красном очере делаем. Так. Так. Ну да, мы можем делать уже красные. Оп. Так. Так. Во! Это уже другое дело. Красная материя. 4,24 миллиона стоит. 4,84, 3 миллиона, 2 миллиона стоит. Ядрит колотить, какой дорогая. Я говорю, что это удовольствие очень дорогое будет нам. Так сказать. Это удовольствие. Так. Так, кстати, это удовольствие не... Как его называется-то? Не-не-не. Так, 70 миллионов у нас уже есть. Неплохо. Так, 70 миллионов. Ну, мы уже можем какой-нибудь этот флавер построить, цветочек. Такс. Пу-пу-пу. Или вот это вот построить. Вот эти вот можем построить, кстати. Штуковины. Чтобы апгрейдить свой этот самый штуковину. Чего? Маленькая звезда Омега требуется. Ты чё, дурак? Топливо плюс алмаз. Это... Плюс один алмаз. Ой. Минутку. Один алмаз. Вот, маленькая звезда. Так. Подожди. Так. Подожди, раз. Мне их надо 4, правильно? Раз, два, три. Маленькая звезда 2. Раз, два, три. Я понял. Я понял намек. Ага, спать я не могу спать. Тварь. Блин. Мразота. Ладно. Хотите по-плохому? Будет вам по-плохому. У меня есть красная материя. А он где? Блин, строительных блоков у меня нету.
Так. Здравствуйте. Ага. Кости. Так. Вопрос. Ух ты ж. Жора. Как оно быстро оно копится. Неплохо. Вопрос, зачем мне тогда эти самые строить? Если оно... Что тебе надо? Картошку! Ты чё, дурак? Я у тебя ничего не буду покупать. Отстань от меня, пожалуйста. Как там было? Эмеральдов нету, но вы держитесь. Надо 4. Ага. Маленькая звезда 4. Окей, значит, 1, 2, 3. Так. Маленькая звезда сфера. Угу. 1, 2, 3. Так. Маленькая звезда Омега. Вот она. Большой МС аккумулятор. 25 кома. Окей. Подожди, а сколько он? 1, 2, 3. Ебануться. Серьезно? Ебануться! Как дорого! Вы чё? 166 миллионов! Ебануться, это одна штучка, мне надо 400 штук, то есть 400 миллионов накопить. Ебануться! Неплохо, 400 миллионов, я вообще... как его называется это? Миллионер я тут. 400 миллионов, легко, ребята. Так. А ладно, о чем мы с вами? Мне нужно вот это. Маленькая звезда Омега. Маленькая звезда Омега. О, кстати, гром пошел. Это хорошо, кстати, мы можем поспать. Во! Мы сразу же скипнули. Хе-хе-хе, лошары. Не достанете вы меня. А маленькая звезда Омега. Берем в карман. Потом надо вот это вот камень души. Светопыль. Красная материя. Лапис. Лап. Подожди, у меня что, лаписа нету? А есть лапис. Есть лазурит. Чё? А, после я его не выучил. Я понял. Что там надо было? Красная материя, светопыль. Блин. Ой. Ага, светопыль. Светопыль. Вот.
Камень души. Так, камень души, допустим-то. Так, вода плюс темная материя. Темная материя. Раз, два, три. Раз, два, три. Ой, это... Ладно. Сейчас. Сейчас. Вот. Водяной амулет. То есть я могу, по идее, воду, да, создавать? Ебануться, он тут... Херабрин был только что. Подожди, я... Я по воде быстрее передвигаюсь, что ли? При помощи... Вода. Так, светопыль. Так. Так, теперь вот это. Вот, шлем. Подожди, а чего не хватает? Вот этого, да? Вот. Шикарно, ага. Ага. Вот, самоцвет, самоцветный шлем. Даже Night Vision есть у меня. Прикольно. Shift X. Shift X. Ебануться! Мне тебе пофиг на темноту. Я тебе в темноте вижу. Ха-ха-ха-ха! Сосямба, ребята! Сосямба! Все, теперь я... Этих самых монстров не боюсь. Ну, почти что не боюсь. Всё! Так, подожди. Это, то есть, это не все. То есть, мне нужно еще создать этот самый броню себе хорошую. До конца. Полный сет, как говорится. Камень тела. Сахар, красная материя, красная материя, сахар. Сахар, кора, красная материя. Да опять он стоит за спиной. Камень тела. Ой, одна штучка нужна. Камень тела. Ага. Вулканический. Темная материя плюс лава. Ага. Темная материя плюс лава. Так, темную материю побольше берем. Подожди, мне нужно ведро. Где-то. У меня что, пустого ведра нету? Замечательно. Темная материя у меня есть, ребята, а вот лавы у меня нету. То есть не лавы, а бакета нету. Замечательно, я просто... Понятно, букву Х построил. Так, еще табличку поставил. Привет, this is here. Это здесь. Кто? Что это здесь? Где здесь? Кто? Кто здесь? Где? Так, буква Х построил он тут. Сейчас. Ага. Ну, это предсказуемо. Это предсказуемо, что он телепортнет меня. Ну, это... как
Это как это самое называется? Как же, как 2×2? Это легко. Слишком просто. С телепортацией. О, стоит он. Здорово! Ага. О! Даже мне за вами идти не пришлось. Сами пришли ко мне. Неплохо. Так. Так, лава. Раз, два, три. Что, не можешь убить меня? Какая жалость. Он меня не может убить даже. Раз, два, три. Камень, вулканический камень. Ебать, кто? Меня кто-то схватил. Опять ты, гондон. Вышел на связь. Еба! Бля! Давай, давай. Что? О! Здравствуйте! Вы тоже пришли? Здравствуйте, давайте. Ага. Да-да-да. Конечно. Все разом пришли. Все разноцветные пришли разом. Я вас не боюсь-то. Думаете, я вас тут это сам буду шкериться? Ни хрена подобного. Я теперь это самый, как его называется-то? Так, вулканический. Пожалуйста, как он делается? Ага. Кто? Ай! Мразота. Мразотина. Так. Подожди, я могу скрафтить? Ебануться-то кто? А где он? О! А, опять ты! Здравствуйте! Где он? Где ты? Давай! А! Ебать, опять вылез, сука! Что такое? Что? Все? Все? И больше ни хрена не можешь сделать мне, лошара. Фу. Надо покушать. Морозотины, а? Вот морозотины. Ни хрена не могу сделать больше мне. Ебать. Это что, новый? Погоди, это что, новый монстр? Так, тут паук. За спиной. Ты куда? О! Улыбается мне! Давай не сюда, морозота! Я тебя на бутылку посажу. Подожди, а почему так тихо стало?
Это что, они закончились? Я не понял. Ладно. С вами было весело поиграть. Спасибо, я пошел поспать. А, кто меня ударил? Вернись в ад? Вернись в ад! Ядрит колотить. Ага. Моего... Так, здравствуйте. Пожди, днём ведь никто не будет нападать на нас. Пожди, а сколько я записываю-то? 2 часа уже записываю, окей. Так. Подожди, а как крафтится эта самая штуковина? Вот это вот. Не хватает... Маленькая звезда Омега не хватает. Звезда Омега, вот это вот. Не хватает мне. Просто не хватало. Так. Ща. Надеюсь, сейчас никто не будет нападать на меня. Вот. Так. Во! Другое дело! Хе-хе-хе! Ну что, девочки и мальчики? Так. Пожди, мне нужно... О-о-о-о-бас... Так, обсидиан. Так, обсидиан. Камень мне нужен. Значит. Ой. Нужен камень. Значит, камень простой. Да, камень. Как там еще этот? Вот это? Подожди. И все, да? Подожди, и все. Да. Стоун трансмутации, вот. Вот. А, вот. Стол трансмутации можно выучить. Подожди, тут должен быть планшет. Планшет трансмутации. Где планшет? Так, а где планшет? Должен быть планшет трансмутации. Стол трансмутации. Зачем мне стол трансмутации, если мне нужен планшет? О-о-о. Кстати, как он делается? Ага. А блок темной материи надо, блин. Пипец. Вот планшет. Ага. Так. Плюс уголь. Плюс уголь будет у нас что? Ага. Вот. Топливо бесконечное. Так, бесконечное топливо будет у нас. То есть я могу сейчас закинуть сюда и пережарить, допустим, что? Могу пережарить вот обломки. Да. И мне вообще чётенько. Во, замечательно. Ага. Так.
Так. Так, 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 подожди, а что я могу еще пережарить? Давай пережарим это. Подожди. Так, так, так. Стейк, как делается? Планшет плюс стейк. Ага. А у нас есть стейк? Да. Вообще четко. Планшет. Во. Вопрос, а я могу пережарить его? Стейк. Интересно, я стейк могу пожарить еще раз? Нет. Так. Медь. Во, я теперь могу кушать. Бесконечно. Ага. Так, теперь уже намного лучше. Так, а штаны как делаются? Ага. Штаны требуются кольца и плюс еще часы. Блин. Ну нет. Только не это. Ну зачем это? Обсидиан, часы. Блин. Так. Чего не хватает-то? Обсидиан, темная материя, светокамень. Сейчас. Так. Во. А во, вот так оно красится, офигеть. Пьедестал. Ага. Во, шикарно. Ага. Ебануться. Сколько там надо было? 400, да, миллионов? Чтобы скрафтить этот самый. Так, окей, 200 миллионов есть у нас. А, 213 миллионов. Ага. Так, что там надо было еще, чтобы скрафтить? Штаны плюс что? Чего не хватает? Звезда Омега. А, звезда Омега не хватает еще. Но это легко. Маленькая звезда Омега, это легко. А вот. Вот это будет. Ага. Перья, лук, темная материя. Блин. Блин. Ну? П. Химы. У меня что? Так. О, есть перо.
Перья, лук. Лук. Темная материя. Ага. Так. Требуется... Железа не хватает. Ага. Это легко. Угу. А, чё? Так. Так. Чего? Какой рейд? Вы чё, долбоёбы? Здравствуйте. Так. Здравствуйте. Ага. Да ты не убьёшь меня! Ага. Да-да-да. Да ну нахрен! Еба! Еба, мразота! О! Храбрин! А, житель Храбрина? Пауки. Меня очень сильно отвлекают эти самые. Меня очень сильно отвлекают монстры, которые... Так. А, вон рейдеры. Сейчас. Эу! Так. Да-да-да. Ага. Да-да-да. Так. Так, рейдеры. Так, минус. О! Здравствуйте, тетя. Лежать. Пришла эта тетя Алла ко мне. Хотел сказать, что на кухне нельзя играть. Так. Здравствуйте. Так, пиллигеры. Ага. Так.
А, кто? Кто кого мочит? Да отстаньте от меня. Я вас не вызывал. Идите нахер. Кто? О! Здравствуйте. Самблеро у него. Какой он крутой. Ну, я почти же бессмертный, но не совсем бессмертный. У меня это самое, как его называется-то. Костюм-то. Почти что. Ага. Так. Слушай, медь-то хороший. Здравствуйте. Угу. Так. Опа! Невидимость. Я что невидимый? Серьезно, я невидимый стал. Прикол. Но они будут видеть меня, потому что у меня броня одета-то. Ладно, давайте броню снимем, проверим, насколько это... А, да, он не видит меня. Так. Так. Да ну нафиг. 206 миллионов. Неплохо. Ща. Девять миллионов. Двести 56 миллионов. Двести 70... Сколько там было? 270 сколько там миллионов? Так их двое осталось. Куда ты, дурашлёп? Подожди, тут еще один остался. А. Так. Так. Так кушать я не хочу. Самое прикол в том, что я кушать не хочу.
Пожалуй, мне интересно, если я его заберу, рейд поражения, да, будет? Если я вот этого последнего заберу. Стой! Пожалуй, мне его надо закрыть куда-нибудь. Ой-ой. Да-да-да. Кто там меня может? Ебанутый вызыватель. Еба. Так. Сейчас бы всех на бутылку посажу. А. Так, тебя тоже на бутылку посадить? Сейчас. Сейчас. Ебанулся, сколько я тут покрошил. Старую ведьму замочили. Бич-бич. Так, бич. Так. Тебе тоже вилки в глаз. Так. Пожалуйста, я чё по воде двигаюсь? Я могу по воде ходить. Красава. Куда ты убежал, мразота? Все, спать. Так. Так. Зачем это? Так, тотем. Так, инвентарь почистили немножко. О! Здравствуйте, вызыватели. Так. Ой! Слушай, хорошая тут платформа для батлов. Ой-ой, как жестко. Меня мочат. Пытаются замочить, но не могут. Что, все? Так, вич-бич. Ага. Так. Ты, маг. Не да маг. Ёпты, он кошку мою. Сидеть, моя хорошая. А... Так. Так, все. Так, двое долбоёбов осталось, так. Ага. Ты последний, иди сюда. Все. Наказали. Пятый уровень был. Ебанусь, это пятый был уровень рейда. Еба. Подожди, надеюсь, они не каждый день будет у меня рейдить ко мне. А то у меня время-то не бесконечное. Я понимаю, что им... Так, пилиджем это весело, а мне... Опа. Так. Так, тотем. Так, тотемы. Ага, херабрин. Херабрин! Чего? Так. Не говори, что сейчас ко мне придут. Да.
Сейчас будет скримота. Бля. Ага. Пауки. Ага. До свидания. Я посплю. Чего? Так. Пожалуйста, что мне надо было скрафтить-то? Штаны, да, себе? Вот эти вот штаны. Пожалуйста, чего не хватает теперь? Кольца. Не хватает чего? Ниток. Чего? Чего не хватает? Алло. А. Во. Шикарно. Как оно крафтится? Чего не хватает? Маленькая звезда Омега. Да это нет проблем. Так. Во! Я теперь могу летать. Пацаны, я умею летать, теперь они меня точно не достанут. Оп. Угу. Так. Этот меч хороший, конечно, я понимаю. Острота 5 и так далее. Но вот от этого меча, кстати, ух ты, красная материя требуется. Очень много красной материи. А, у нас есть красная материя. Так и темная материя есть. Окей, погнали крафтить. Крафтим алмазы, еще нужны. Блин. Алмазы требуются. Да хренища алмазов. Ага. Так. Так. Ха.
Так. Молот. Ножницы. Лопата. Это меч. Что еще там? Топор. Пикакс. Все? А, я все скрафтил, да? Так, так, чего? А. Красная материя. Так. Так. Ой, зачем? Лопата. Ножницы, топор, вот. Вот. Опять он здесь. Красный Моргенштерн. Ага. А чего не хватает? А. Красный Моргенштерн. Шато Кристалл! Та-та-та-та-та-та-та! Шато Кристалл! А, пожалуйста, мне надо вот это вот. А чего не хватает для этого? Мне нужно вот это скрафтить. Чего не хватает здесь? А, всего хватает. Все. Фу, шикарно. Так. Пошли на С заряжать. А, на С зум. Ты чё, дурак? На В? Ага. На В. А как использовать? Нет. Подожди. Подожди, как использовать? На М. На Ю пускай будет, что ли. Нет. Подожди. Почему? Почему? Дополнительная функция на С. Я не знаю, на что поставить. Блин. Ладно, пусть будет на Б. Блин. На Б это блин. Опять начинается. Я устал.
Ну ладно, пусть будет на эту кнопку. Нет, не на эту кнопку. На кнопку Delete. Вот. Во! Кнопка Delete. Ага. Подожди. Почему это раз не убирается? Ты чё? Подожди, а чё мне копать тогда? Лопата, мотыга, молот, Моргенштерн. Красный Моргенштерн. И чё, Моргенштерном копать, что ли? Ладно, моргом. Окей, допустим-то. Ага, это зум. Смотри. А как зарядить тогда? На Ю? А, на Ю заряжается. Ага. Окей. Я понял. Это и лопата... Подожди, это и лопата, и что там было? Подожди, это и лопата, и... Что? Лопата... Кирка, молот. Почему? А если мне нужен этот самый? Подожди, а тогда меч? Подожди, меч это... Подожди, а... Подожди, а меч тогда получается этот самый... Минутку. О! Свистун пришел. Давай, давай, иди сюда. Ага. Не свести, денег не будет. Пожалуйста, что я мучаюсь? Shift X, да? Во! Подожди, я и летать могу ведь. О! Здравствуйте! Хе-хе-хе! Клоун пришел! Здравствуйте! Хе-хе-хе! Минус клоун! Ебать, кто? Фарс. А вот это не... Не факинг интересно. О! Он пытается достать меня! Морозота! Морозота не может достать меня! Это Морозота не может достать меня уже! Что не так?
Ребята, ой! Теперь, пацаны, вы вообще... Вы вообще не страшные. Были страшные, стали влажные. Ага, тут ничего нету, да? Окей. Пожалуйста, что, больше никто не будет ко мне приходить? Пожалуйста, почему я его не могу убить при помощи этой кнопки? Интересно. Ну ладно. О, еще один. Смотри, еще приперся. Да, да, да. Давай, иди сюда. Ага. Давай, давай. Где ты? Опа. Ты кто? Смешно, бля. Так. Так, пережарим. Ледоход 2, везучий рыбак, острота 3, острота 3 это фигня вообще полная, везучий рыбак, окей, сила 3, ладно, шелка касания, окей, оставим, подводное дыхание 3 оставим. А тут есть печки нормальные, кстати. Блин. Чтоб нормальные печки делать, надо отправиться в этот самый. Подальше. Вау! Опа! Опа, бежит! Интересно, новые мобы. Здравствуйте. Ты кто? Ага. Где? Так. Интересно. Новые мобы тут появляются. Это меня уже радует. А то мне как-то скучно стало. Слишком. Так. Опа. Кто? Опа, скелет с амбреллой. Здравствуйте.
что? Ну давай, напади. Сука, он в инвизе был. Мразота. Он этот мразота был в инвизе. Подожди, а тут есть печки, которые... О, кстати, я, мне интересно, а я могу его замочить? Да, здравствуйте. Блин. Чего? Это солнце? Так, новый день. Ага. Ну... Подожди, тогда выключаем. Shift X. Окей, выключаем. Так, мне нужна печка какая-нибудь. Мега печка сейчас нужна. Подожди. Тут есть печка, ведь. Ведь тут должна быть печка. С темной материи. А, нет. Вот она. Ага. Печка плюс красная материя. Ага. Я понял. Да ёб твою. Уже... Да ё... Ладно. Мне нужна печка. Печь из темной материи. Две штуки. Из красной материи тоже две штуки. О. Так. Ага. Так. Мне это нафиг нужно. Так. У меня есть печка. Ага. Теперь я могу пережаривать руду. Где? Пусто ведь. Так, пережариваем. Пережариваем. Шелковое касание. Кирка. Блин. А, ладно. Не жалко, оставим ее.
книги. Ага, пусто. Я мог, конечно, с удачей 2 это все делать, ну ладно. Так. Рельсы. Так. Так. Песчаник. Гладкий песчаник. Так. Вот. Да тут пусто у нас. Окей. Окей. Тут тоже пусто. Ой. Так, минутку. Да, это пустая шалка на ящик. Ломаем. Так, коврики, это. Так, кстати, насчет ковриков, ребята. Ага. Давай-ка возьмем побольше ковриков. И заглянем в бункер наш. Оп. Во! Ух! Хм. У меня нету? Серьезно? Золотое яблоко. Блин! О. Так, выровняли. Так. Угу. Так. Кэт. Азасайт, седло, череп опять. А, проворство 1. Ладно.
Уголь. Сундук. Так, нажимная плита, кстати, нужна будет потом. Так. Так, пережариваем это. Так. Так, два стака редстоуновой руды. Неплохо. Так. Сколько там надо было? 400, да, миллионов? Чтобы скрафтить следующий уровень этих самых... Как его? Ща. Так. Где это было, да? Вот это вот, да? 100. Раз, два, три, четыре. Так, забираем 4 штуки и крафтим следующую. А, 402! То есть 402 это умноженное на 4. Это сколько? 8. Ядрит 8 тысяч. Ой, не 8 тысяч, извините. Миллионов. 547 миллионов итого у нас. Слишком дороговато, ребята. Радость. Так. Чего? Вообще, у меня есть один алмаз. Давайте, выходите. Ой, как страшно. Да, да, да. Да я вас не боюсь. Что? Алло. У меня тут весело. Какая страшная карта. Боже, мне интересно. А где они? Опа. Здравствуйте, пчеловод. Ах ты гон... Мразота. Бэ.
Во! Так. Удача 3. Шелковая, ух ты. Проклятие несъемности, зачем оно мне нужно? Этот мусор хранить. Так. Так. Ага. Опа. Опять ты! Он опять выходит на связь. Да-да-да. Где ты? Смыли в унитаз его. Так, огнеупорность 3, фигня. Взрывоустойчивость 3, фигня. Разящий клинок 2, фигня. Так, это все фигня. Так. Мусорку. Так что, секунд 2. Фигня это все. Так. Бля, бать! Ага. Хе-хе-хе, смешно, бля! О, опять стоит он! Давай, давай. Угу. Где он появится? Надо мной, да, появился? Ночное зрение. Ебануться. Не, ну это хорошая вещь, но не... Еба! Здравствуйте. Ага, ко мне пришел! Здравствуйте! Иди нафиг, а? Маразота. Пришел он ко мне! Я таких друзей буду нахер посылать.
кто? Опять идет он. А, я не могу до... О, стоит он там. Сейчас. Давай поможем ему выйти. Давай. Оп. Посмотрим, он сверху, да, будет падать. Ну? Да, он просто типа сверху появляется. Подожди, у меня... Алло, а где мой плащ? Ладно. Какая музыка? И что? Что, он ушел просто тупо? И он просто тупо убежал. Он понял, что тут нечего искать. Я могу тебя убить? Подожди, я Харабрина не могу убить почему-то. Интересно. Не. Не. Ни хрена. Да. Маразота. Харабринская. Так, мусор. Так, туда. Так, это что, проворство 3 оставляем. Откидывание 2, ладно. Не надо. Так, верность 2, ладно. Не. О. Кстати, мы можем, знаешь, что сделать? Мы можем тупо просто... Вот так сделать. Шалкерный ящик положить, все книги. Зачарованные. Так. Ага, это весь мой хлам. Ну, допустим-то. Подожди, я могу его выучить? Да. Ага. Подожди. А по кусочкам? Я хочу его разбить.
Во. Потому что таких вот. Так. Так. Алло. Ко мне рез. Так. Так, круто. Бля! Ладно. Хрен с ним. Ладно. Так. Вот. Всю терракоту выучили. Ну, по цветам. Так, терракота. Опять ты. Опять хера, блин.
Вот. Заделали. Окей. Неплохо. Интересно получилось, конечно. Так, тут у нас пусто, да? Так. Ага. Ага. Так. Ведро. Так. Во. Так. Так. Ага. Опять луна. Кто? Опа, ползет. Ползут. Что? Так. Так. Стоит! О. О, опять он долбоёб. Долбоёб залез. Смотри. Ага. Всё? Ага. Чего? Что за какашка? О. Семьсот восемь. Так чё? Добыча 3. Окей. Так. Ура! Наконец-то мы порядок навели. В сундуках.
Мне же верстак. Так, порох, порох, порох. Где порох? Раз, два, три. Бля, мразота. Пытается на испуг взять меня. Сколько там? 400, блин, раз. Ага. Ебануться, сколько он дорого стоит? А, он еще заряжается. Еб. Ага. Ладно, пофиг. Подожди, я хотел скрафтить кое-что, я хотел. Подожди, я хотел скрафтить кое-что. Страшно, страшно. Прямо... Ух ты. Да-да. До свидания. О! Ух, тут точно безопасно. В этом бункере. В этом бункере нас точно не достанут. Мразота. В общем-то, всем, ребята, пока. В общем-то, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. В общем-то, увидимся в следующей серии, надеюсь. Или не увидимся, в общем-то, всем пока.